Добрый день, меня зовут Салтанат Казыбаева, я являюсь исполнительным директором корпоративного фонда «Смелость быть первым», который является организатором Алматы-марафона. С первого года Алматы-марафон преследовал за собой благотворительные цели. В этом году было определено три глобальных цели, это три учреждения, первую из которых мы открываем сегодня. Мы построили скалодром. Мы знаем, что при этом клубе эти дети активно ходят в горы, занимаются аутдор, но мы сегодня создаем им условия для того, чтобы они круглогодично могли улучшать свои способности, свои навыки. Сегодня построен скалодром разных уровней для того, чтобы эти дети не останавливались на достигнутом, а продолжали повышать свой уровень профессионализма в скалолазании. Очень важно то, что Алматы-марафон, проводя такие мероприятия, развивает не только любительский активный спорт в нашей стране, но и способствует различным благотворительным проектам. Огромное спасибо организаторам Алматы-марафона. Мне было очень приятно сегодня это все увидеть. Меня зовут Перембетов Бахаджан, я руководитель военно-патриотического клуба «Краснознамённого крейсера Киров». Благодарим Алматы-марафон и всех участников алматинского марафона, 17 тысяч человек, от лица матерей-одиночек, от лица многодетных, от лица руководства детских домов. Спасибо вам за этот скалодром, который позволяет нам теперь работать круглый год, а не летний, весенний, осенний период, отрабатывать ее со всеми возможными элементами. Также есть еще две цели. Первая – это высокогорный курорт «Пионер», где обучаются детки с аутическим расстройством и другими особенностями в развитии. Для них созданы условия для адаптивного катания, потому что, как показал опыт, высокогорье положительно влияет на улучшение их самочувствия. Меня зовут Жанат Каратай, я социальный предприниматель, я директор семейного горного курорта «Пионер». На нашем курорте есть отдельное направление, социально ориентированное, это адаптивное катание на горных лыжах, сноуборде и роликовых коньках. Мы занимаемся этим с 2017 года, и за все время прошли реабилитацию около 1000 детей. Дети, прошедшие курсы, и их специалисты отмечают большой скачок в развитии. И это реальная помощь нашим детям в восстановлении таких функций, как память, концентрация внимания, ну и психологическое эмоциональное состояние. Я в 7 лет пошел на горнолыжную базу. Когда я начал кататься, у меня, правда, стресс случался, я просто паниковал, просто сбегал от Рувена иногда даже. Ну, потом я подумал, я должен преодолеть свой страх, и я преодолел его. И потом мы с Рувеном начали высоко в горах кататься, начали между елок гонять. Все, даже некоторые лыжницы просто, это Да, были удивлены, думали, а как мы так гоняем быстро, стоздавлено, просто мы, просто надо лыжи ровно держать, сталкиваться палками, все, гоняй их сколько хочешь. Мы очень рады, что сейчас вот открылась вот эта площадка, что можно круглый год приезжать на наш любимый «Пионер», потому что после зимы у нас всегда происходил перерыв, вот 2 года подряд. А теперь мы можем круглогодично проходить такие курсы реабилитационные, которые помогают нашим детям развиваться. Я вообще восхищена этим мероприятием «Алматы-марафон», в котором в этом году участвовало 17 тысяч людей, которые ведут здоровый образ жизни, бегают и при этом помогают таким предприятиям, как наши, которые оказывают услуги детям с особым развитием. Спасибо огромное за эту помощь. Третья цель – это районная областная школа при Алмате, номер 15. Туда ходят детки из малообеспеченных семей. Мы также там построим спортивную площадку, на которой они смогут заниматься физическими активностями и спортом.
Добрый день, меня зовут Мируэрт Баримбекова, я региональный менеджер по продажам компании Арифлейм. Камчатская компания Арифлейм на рынке Казахстана уже 20 лет, и ежегодно мы являемся участниками Алматы марафона с той целью, что мы можем быть частью благотворительности. И вот сегодня, в этот замечательный солнечный день, мы вручили, да, скажем так, школе-интернат номер 15 вот такую замечательную спортивную площадку, которую дети уже с удовольствием испытывают на прочность, и мы уверены и надеемся, что эта площадка еще очень долгие годы будет им служить, приносить им радость. И, конечно же, для нас это большая честь, то, что мы поможем нашему молодому поколению содержать здоровый дух и здоровом теле. За время проведения наших всех мероприятий, забегов, марафонов, большой прогресс виден, потому что эти же детки, которым мы помогаем, участвуют в наших забегах, выигрывают их, поэтому я хочу этим детям пожелать больших побед, успехов, чтобы они не останавливались на достигнутом, а только прогрессировали в своих целях.